Всем привет! Продолжаем путешествовать, рассматривать картины. Геба, Натале Скиавони, холст масла, первая четверть 19 века. Картина подарена художником Александру I в 1823 году. Натале Скиавони, итальянский живописец и гравер салонно-академического направления. Работал в основном в историческом и портретном жанре. На картине изображена Геба, персонаж древнегреческой мифологии, богиня юности, по классической версии мифа дочь Зевса и Геры. Первоначально выполняла обязанность виночерпия во время пиров богов. Впоследствии эта функция перешла к Ганимеду. После того, как Геракл был вознесен на Олимп, Гера примирилась с сыном Зевса и выдала за него дочь Гебу. У них родилось двое сыновей. Геба имела влияние на вечную молодость и способность возвращать молодость смертным. Согласно Филострату Старшему, Геба была самой молодой из богинь. Она отвечала за то, чтобы они оставались вечно молодыми, и поэтому была самой почитаемой среди них. В Риме Гебу отождествляли с Ювентой, которая олицетворяла собой вечную молодость государства. Эта картина находится в Эрмитаже, в главном штабе. Ну вот так вкратце о работе Натале Скиавони, Геба, холст масла, первая четверть 19 века. Пока-пока, до свидания.